Действия ввели по остановке утечки нефти на аварийной скважине. Напомню, авария, произошедшая 2 года назад, стала крупнейшей экологической катастрофой в истории США. Да что ты, блин, за тобой поехал, Саша? Участница группы «Пусирает», хотя Валентина Ивановна признает безнравственность. Я боюсь, что сейчас тебя... Напомню, 21 февраля несколько участниц фан-группы, закрыв лица масками, устроили в крайних местах спасительную акцию, которую сами назвали «Хвалебным». Выступление вызвало широкий общественный резонанс. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Арестованные 3 участницы группы им грозит до 7 лет. Я на главной дороге находился. Какой главный, блядь? Иди вернись обратно, баран, посмотри, блядь, помеха справа. Там не по... там знак стоит главный. Ну, Саш, ладно, пусть. Я тебе серьезно говорю. Пусть. Стой. Дебил. Ой, можно принести бутылку с водой в объеме до 100 мл. Такие меры безопасности не случайны, так как взрывчатое вещество может быть жидким, а на глаз...